Друзья, всем привет! И по просьбам подписчиков сегодня мы играем игру «Клон Армия». Начинаю ее, друзья, с самого начала. Ну что ж, друзья, это первая миссия. Давайте-ка мы посмотрим, что здесь интересного. И мы начинаем с первого клона. У нас есть, друзья, возможность создать 5 клонов. Вот такой вот солдатик, которым нужно уничтожать врага. И после его, как его уничтожат, мы сумеем создать очередного клона. Итак, главная задача мне первым завалить первого противника. Отлично. Итак, первый враг уничтожен. Нужно было бы здорово уничтожить второго солдатика, прежде чем он уничтожит нашего героя. И у нас появится новый клон. Отлично. Итак, двоих солдат мы уничтожили. И идем дальше. Итак, друзья, появился убийца с ножами, я его пытаюсь уничтожить, и, к сожалению, наш герой погибает. Но это только начало, друзья. У нас есть попытка создать клона. Итак, мы создаем сразу же двоих клонов, и у нас еще есть несколько попыток. Итак, друзья, вдвоем стреляем и уничтожаем первого солдата. Отлично. Здорово, давайте-ка немножко подойдем, попытаемся уничтожить очередного врага. Ух, ничего себе. Итак, моего героя немножко задели. Давайте-ка я того солдата пошлю вперед. И вдвоем будем пытаться уничтожить врага. Да, супер. Ну что ж, пока неплохо идем. Здесь-то сейчас появится вот с ножом противник. Да, и мы вдвоем по нему стреляем. Давайте-ка я попробую отойти. Ну что ж, и да, я остался один. Я остался один. По-моему, это последний герой. Ну что ж, сейчас мы попытаемся с ним справиться. Вот. Итак, давайте-ка я вот разбивает меня противник в воздухе. Но я специально так сделал, чтобы купить героя с ружьем. Вот. Вот это совсем другое дело. Итак, у нас есть вот такой вот крутой герой с дробовиком. И я его с ним вот в ближнем бою покажу, какой он крут. Вот, кстати, я не могу снизу, вот так, выстрел, и враг просто уничтожаю. Ой-ой-ой, друзья, итак, давайте-ка я отойду. Ой-ой-ой, смотрите, что делает, и он раскромсал моего вот героя с дробовиком. Что ж, месть моя будет жестока. Друзья, есть у меня монетки, давайте-ка я еще одного героя с дробовиком куплю. У нас целая армия уже героев, двое с дробовиками. Двое с пистолетами, и мы шутя уничтожаем первую волну, вторая волна уничтожена. Давайте-ка я немножко отойду. Ух ты, вредина. Смотрите, что делает. Но опять же, вдвоем мы без проблем уничтожаем очередного врага. Итак, прыжок, и в прыжке я вот наношу повреждение, и мы проходим первую миссию. Да, здорово. Ну что ж, как видите, все довольно-таки просто. Игра прикольная, игра классная. Вот, можем перейти в лабораторию. В лаборатории у меня ничего нету, пока, так как это самое начало игры. Тем не менее, друзья, если вам интересно, я куплю вот такой вот пак, в котором куча героев, которых мы сможем открыть, и пойдем с вами дальше. Ну что ж, друзья, давайте-ка пойдем тем, что у нас есть во вторую миссию. Вернее, первое это обучение, вторая это как бы начало, третья это уже пойдут подряд миссии. Кстати, и здесь их много. Вот, поэтому надеюсь, игра вам понравится. И пишите в отзывах, в комментариях, если хотите увидеть продолжение. Так, сколько, интересно, нам дадут попыток, чтобы победить этих врагов. Итак, куча-куча героев. Вот, с автоматами, с пистолетами, с ножами. И у меня сколько мне дают попыток? 5 попыток. 5 попыток, начинаем с пистолета. Начинаем с пистолета, будем стараться как-то... Ой-ой-ой, итак, друзья, буду экономить жизни. Итак, вот так, да, есть. Итак, первый враг уничтожен, отлично. Что у нас дальше? Ой-ой-ой, друзья, итак, появился с ножами первый враг. Я не знаю, друзья, а ну-ка, давайте-ка попытаюсь как-то... Вот как-то не сумел, друзья. Нельзя от убийцы с ножами, нельзя убежать. Я попытался... Ничего не поделаешь. Что ж, будем сражаться с кем есть. Я пока поэкономлю денежки. Вот буду... Вот. Ну что ж, скажите... Вот. Отлично. Итак, первого стрелка мы уничтожили. Вот следующий враг у нас будет, скорее всего, с ножами. Нужно будет отступить. Итак, давай, дружище, отступай. И издалека будем его обстреливать. Есть. Отлично. Второй враг уничтожен. Удалось заработать 90 облачков. Вот здесь мы... Ай-яй-яй, друзья. Итак, второй убийца. И у меня, скорее всего, не хватит возможности его убить. Что ж, ничего страшного.
У нас еще несколько попыток клонировать героев, и я покупаю героя с дробовиком. Отлично. Ну что ж, совсем другое дело. Вот без проблем мои стрелки с пистолета уничтожают врага. Вот где-то сейчас появится убийца. Давайте-ка, друзья, отойдем и встретим врага. Вот, отлично. Ну что ж, чудесно. Чудесно. Не так много у нас попыток, кстати, осталось. Итак, ой-ой-ой, друзья. Итак, отступаем, отступаем. Вот, вот, здорово. Итак, один убийца остался. Мне нужно его уничтожать. И, друзья, неудобно прицеливаться. Неудобно прицеливаться. Ну, как-то так вот получилось. Тем не менее, еще две попытки есть. Будет у нас еще один герой с дробовиком. И, надеюсь, это нам поможет победить. Нельзя подпускать убийцу к ближнему бою. Вот это, друзья, важный момент. И я думаю, в следующий, если будем создавать клон, возьмем убийцу с ножом. Отлично. Итак, давайте-ка отойдем немножко и встретим этого убийцу. Вот при помощи дробовика. Дробовика выстрелом в упор мы просто его сносим без проблем. Ага. Ой-ой-ой, друзья, смотрите, как далеко бьет герой с автоматом. Вот придется нам как-то прыжками сейчас пытаться уйти от него. Вот, ух ты, вредина. Ой-ой-ой, друзья. Итак, ой-ой-ой, что делается? Что делается, друзья? Вот, возможно, это была ошибка. Я забыл, что еще есть один убийца. Вот надо нам вначале убить всех убийц, а потом уже перейти к тому герою, дальнему стрелку. Ну, как-то так будем пытаться. Итак, пока все здорово у нас идет. Куча героев с дробовиками. Жаль, нету с автоматами. Итак, давайте-ка отойдем. Выстрел, выстрел. Отлично. Пока все здорово. Ждем очередного героя. Ой-ой-ой. Итак, враг обстреливает наших героев. Вот, отлично. Итак, очередной убийца уничтожен. А сейчас давайте-ка я попробую все-таки справиться с вот этим врагом. Итак, выстрел. Есть. Остался только последний убийца. Ох, ничего себе, друзья. И я неаккуратно пошел. Вот зачем я только спустился вниз, друзья. И, к сожалению, эта миссия у нас получилась провальная. Мне нужно было убийцу ждать. Ага, друзья, это оказывается не все. Есть у нас еще возможность пойти в миссию. Ну что ж, этой армией клонов, я уверен, мы сейчас без проблем запинаем всех, кого возможно. Этой толпой просто нереально не победить. Вот, запинали убийцу, хотя вот в ближнем бою враг оказался силен. Почему-то мои двойники-клоны не захотели останавливать. Ну, как-то так. Итак, друзья, давайте-ка я пойду в атаку. Ой-ой-ой, друзья, ай-яй-яй-яй, что делается? Друзья, и погибаю, почему-то не сработало. Что ж, ничего страшного. Вот, кстати, осталось всего немножко, и мы сумеем взять миниган. Итак, куча клонов. Вот этой толпой мы сейчас, конечно же, без проблем запинаем кого угодно. Вот как там среди нашей толпы этот убийца выжил, непонятно, но как-то выжил. Вот тем не менее удалось его запинать. Где наши герои? Вот очередной убийца. Вот мы его расстреляем из дробовика. И сейчас давайте-ка, друзья, я попытаюсь уничтожить вот при помощи дробовика. Ничего себе! Смотрите, какой крутой убийца! Он прыгает за нашим героем, но и в прыжке уничтожает моего героя. Как же так? Обидно, досадно. Ну ладно. Итак, друзья, беру героя с миниганом. Вот это уже прикольно. Итак, мой герой будет на сей раз уже с миниганом. Итак, смотрите, какой он крутой. Не понимаю, друзья, почему-то не срабатывает стрельба. Итак, что нужно, чтобы стрелять? Почему-то не срабатывает стрельба. Так, в чем дело? Ага, друзья, вот так здорово. Вот так круто, оказывается, миниганом можно в разные стороны стрелять, направлять пулемет миниган и уничтожать врага без проблем. Ну что ж, круто. Круто. Миниган – это сила. Итак, друзья, ну вот как-то так нам удалось пройти эту миссию.
вот подсказка, что всего одна звезда, не очень здорово мы пришли. Тем не менее, удалось вот добыть контейнер. Вот, а в контейнере у нас куча всевозможных плюшек. Итак, монетки. Вот есть что, есть легендарная ракетная установка. Вот, улучшение для героев. Вот, рейнджеры, улучшение ДНК. И еще у нас вот для минигана улучшение. Что ж, это, конечно же, здорово, друзья. Не тот результат, честно говоря, что я ожидал. Надеялся, что как-то мы лучше с вами сработаем. Ну, тем не менее, что получилось, то получилось. Что ж, друзья, давайте-ка я попробую что-то улучшить наших героев. Да, вот есть возможность улучшить стрелка. Нам предлагают сделать апгрейд. В принципе, мы еще стрелка с вами и не брали. Вот, ну, надеюсь, как-то возьмем. Что мы еще можем улучшить? Рейнджера тоже мы можем проапгрейдить. Правда, я его еще не видел в действии. Но надеюсь, что очень даже неплохо. А вот дальше он себя покажет. И да, вот что за легендарная установка. Как нам ее активировать, мне пока непонятно. Возможно, со временем. Кто в курсе, пишите в отзывах, в комментариях. Ну, а пока давайте-ка отправимся в следующую миссию. И да, друзья, вот... Если мы прошли только на 3 звезды, возможно, есть смысл переиграть и сыграть на более высокий ранг. Ну что ж, пока давайте-ка я попробую еще сыграть миссию. Вот, надеюсь, дальше как-то клоны наши лучше сработают. Отлично, итак, вперед. Где же наши клоны? Вот это идет превьюшка, заставка. Вот показывает нам врагов, а вот и наш герой. Скорее всего, мы начнем с обычного солдатика. Да, кто здесь есть? Ну, пока целая куча героев. Вот, кстати, возможно, уже будет попробовать стрелка в следующих миссиях. Ну, а пока давайте-ка я буду как-то пытаться уничтожить первого вражеского юнита, чтобы получить облако, чтобы можно было бы уже... вот кого-то покупать более серьезного. Итак, по-моему, я первого врага уничтожил. Да, ох, ничего себе. Вот второй враг оказался с автоматом. Ой-ой-ой, друзья. Итак, смотрите, они свысока расстреляли моего героя. Обидно, досадно. Ну, ладно. Что ж, 6 попыток. 6 попыток. Дальше буду, друзья, я уже понял, буду снижаться звезды. Дальше буду снижаться звезды. Это, конечно же, не очень здорово. Вот ждем, где там первый враг. Ой-ой-ой, друзья, издалека враг, пулеметчик расстреливает нашего героя. Вот давайте-ка я буду как-то стараться. Вот, ой-ой-ой, друзья, итак, давайте-ка, вот, ах ты вредина, смотрите, уничтожил моего героя, и я никого не сумел задеть. Надеялся хотя бы одного врага зацепить, не получилось. Что ж, есть у нас 3 клона, и я постараюсь как-то издалека, вот, друзья, наносить сразу же кучу повреждений. Вот и совсем неудачно получилось. Вот буквально враги без проблем расстреляли мой отряд, что, конечно же, очень нездорово. Что ж, буду, друзья, вот держаться позади моего отряда, буду стараться экономить жизнь. Вот давайте-ка, ой-ой-ой, итак, пулеметчик сверху без проблем расстреливает мой отряд, вот что, конечно же, обидно. Вот нужно прыжками как-то уходить. Вот и ничего не сумел я сделать, друзья. Но зато я накопил достаточно облачков, чтобы сейчас купить героя за 75 монеток ближнего боя с дробовиком. Надеюсь, мне удастся вот войти в ближний бой и там уже наносить повреждения. Итак, давайте-ка я попробую как-то вот это проделывать. Вот. Вот как вот так, вот как-то вот так, вот так, вот, ну, по крайней мере, вот двоих врагов мне удалось уничтожить, что, конечно же, здорово радует. Теперь у меня есть 90 облачков, вот благодаря которым я сейчас могу купить очередного клона. Что ж, пока результат не радует, тем не менее, друзья, общий принцип понятен. Сейчас мы общей толпой попробуем как-то... Вот попробовать, давайте-ка я буду как-то вот так стрелять. Вот попытаемся выбить первую волну. Отлично, попытаемся вот здесь еще... Ах ты, не успел, друзья, не успел забраться наверх, чтобы вот добить этих двоих врагов. Тем не менее, 105 облачков собрано.
И мне нужна еще вот моя армия клонов. Итак, еще один герой с дробовиком. Вот, надеюсь, что он себя неплохо поведет. Да, друзья, вот пишите в отзывах, в комментариях, стоит ли покупать вот убийца с ножами. Возможно, он не так уж плох, как я думаю. Вот, отлично. Итак, давайте-ка, друзья, вот выбьем. Отлично. И вот сейчас, да, вот так, есть. Итак, толпа уничтожена. Правда, остался у меня последний герой вот с дробовиком. Вот, и, по-моему, друзья, вот остался. Итак, вот так. Неужели это победа, друзья? Неужели это победа? Да, неожиданно для меня. Мне удалось уничтожить вражескую клон по машину, и мы получили победу на две звездочки. Вот, по-моему, этот раз мы как-то лучше сыграли. Вот, что ж, неплохо. Итак, давайте-ка откроем. Вот, кстати, что это за аппарат? Итак, друзья, у нас возможность призвать гиганта. Это супер. У нас есть возможность медицинского какого-то восстановления. У нас есть возможность улучшения рейнджера, и у нас есть возможность еще ДНК. Так как я понимаю, ДНК нужно для улучшения героев. Да, кроме того, друзья, есть медик. Супер. Ну что ж, давайте-ка я попробую улучшить медика. Вот возвращаемся с вами в лабораторию. Вот посмотрим относительно медика, что он дает. Кстати, гигант. Вот 100, за 100 ДНК мы можем то ли купить, то ли что его сделать. Я не понял, честно говоря, что сделать. Ну, как-то так. Пока давайте-ка я вот это все куплю. Ага, дальше, друзья, не хватает монеток. Итак, что-то было у нас относительно медика. Вот. Давайте-ка проделаем апгрейд. Купим этого героя. И гигант я тоже могу сделать апгрейд. Тоже для этого нужно 50 ДНК. Вот, проделали. Дальше, по-моему, ничего уже я сделать не могу. Вот, только нуждаюсь в ваших советах и рекомендациях по этой игре. Ну а пока, друзья, давайте-ка еще отправимся в пятую миссию на сегодня. И на этом уже будем завершать игру. Что ж, вперед. Интересно, какие герои у меня будут доступны. Куча врагов. Дробовики, ножи, пистолеты, автомат. Ну, пока не все так сложно, как я ожидал. Пока все терпимо. Надеюсь, наши герои сейчас тоже себя неплохо покажут. Отлично. Итак, конечно же, начинаем мы 7 попыток. 7 возможностей создать клонов. Итак. Вот так. Ждем. И сразу же, друзья, вот стреляем. Мало жизни я снял у вражеского героя. Вот ожидал, честно говоря, большего. Ай-яй-яй, друзья, ай-яй-яй-яй. И есть, ну хотя бы взаимоуничтожение. Удалось поразить противника, хотя и мой герой тоже пострадал. Я что думаю, друзья, давайте-ка на сей раз я куплю вот убийцу. Вот, куплю убийцу. Я его еще не тестировал. Интересно будет посмотреть, как он сработает. Итак, давайте-ка, друзья, вот так. Отлично. Вот. Ай-яй-яй, друзья. Вот. И герой с дробовиком с первого же выстрела уничтожил моего убийцу. Обидно. Обидно. Что ж, пока тогда давайте-ка я буду собирать монетки для героя, для дробовика. Отлично. Итак, вперед. Вот так, замечательно. Итак, есть. Отлично. Итак, один из героев уничтожен. Ой-ой-ой, друзья. И вот, вредина. Вот дробовик просто вот выносит с первого выстрела нашего героя, что, конечно же, очень обидно. Обидно, досадно. А, ну ладно, тем не менее, давайте-ка, друзья, вот пока не буду тратить монетки, пусть монетки я потрачу, вернее, облачко на то, чтобы купить вот следующей битве дробовика. Отлично. Итак, есть. Первый враг уничтожен. Вот так, давайте-ка. Ой-ой-ой, друзья, и не успел уничтожить героя с пистолетом, чтобы получить больше монеток. Ну, ничего страшного, зато теперь мы можем купить героя с дробовиком.
Да, было бы здорово еще потестировать героя с винтовкой. Надеюсь, что вот сейчас после этого я не буду тратить облачка, накопим монеты и все-таки вот сделаем этого врага. Итак, давайте-ка, друзья, давайте-ка я попытаюсь. Вот, итак, давайте-ка вместе. Вот еще выстрел есть. Отлично. Ну что ж, супер. Вот нужно еще уничтожить. Ой-ой-ой, друзья, вот так. Да, супер. Итак, 110 монеток нам удалось накопить. Правда, жизнь нашего героя с дробовика. Вот, ой-ой-ой, друзья, и не сумел. Обидно, друзья, что мой герой с дробовиком с первого выстрела не уничтожает врага, а вот враг может без проблем. Что ж, не буду я пока тратить облачка. Давайте-ка еще возьмем героя с пистолетом. А вот уже в следующем уровне клонов мы попробуем с вами вот так получить. Ух, ничего себе. Враги сняли часть жизни с нашего отряда. Давайте-ка попробуем. Ой-ой-ой, друзья, как же так? Моего героя с пистолетом вот дробовик уничтожил без проблем. Что ж, нет, не буду, друзья. Все-таки я тратить монетки. Не буду тратить облачка. Хочу купить героя вот с М16, с боевой винтовкой, чтобы уже ее вот потестировав в сражении. Итак, давайте-ка дальним боем. Вот, отлично. Итак, запинали героя с дробовиком. Вот так, стреляем. Есть, отлично. Итак, вперед, дружище. Вот что-то тормозит наш клон с ружьем. Надеюсь, он пойдет за нами. Правда, жизнь моя уже в красной зоне, но зато, смотрите, друзья, удалось накопить 245 монеток. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И так, убийца упал в пропасть. Прикольно. Ну, а я пока буду вот так. Итак, друзья, вот не могу задеть пока вот нашего героя. Ай-яй-яй-яй, как-то неудачно я прыгнул. Ну что ж, накопили мы достаточно монет, а вот сейчас уже купим героя снайперской винтовкой. Итак, очень интересно будет посмотреть, насколько дальнобойная винтовка. Вот она, здорово, отлично. Итак, ух, как круто, смотрите, как здорово она стреляет. Отлично, итак, стрельба дальним боем. Вот, и еще вот так. Да, куча врагов уничтожена, и я жду наших клонов. Где они? Все ли герои? Вот почему-то осталось всего 3 солдатика, но, думаю, ничего страшного. Где-то сейчас должен появиться убийца. Вот так. Давайте-ка, друзья, я подожду, пусть убийца падает в пропасть. Ой-ой-ой, сколько же мало жизни осталось у нашего героя. Вот что, конечно же, обидно. Вот лучше пусть этот стрелок уходит. Друзья, я не хочу, чтобы он случайно задел нашего героя. Вот так. Отлично. Итак, где же? Да, вот, супер. Ну вот, замечательно, отлично. Вот дальше я не могу перепрыгнуть. Но этого и не нужно. Ой-ой-ой, друзья, ну как обидно. Вот это уже практически был финал, но нашего героя разбивает. Что ж, хватает монет, чтобы купить еще одно ружье. Вот винтовку М16. Ну и это уже, друзья, я уверен, у нас уже все здорово получится. Итак, вот просто колоссальной стрельбой из дальнего, вот издалека мы уничтожаем оставшихся врагов. Я жду еще одного клона. Вот. Ага, его разбивает. Как его разбили, непонятно. Итак, где-то сейчас придет убийца. Вот не хочу идти вперед. Пусть он сам подходит, пусть он падает в пропасть. Вот. Ага, ну как-то так. Вот так. А ну-ка, друзья. Вот. Ну что, ждем. Вот, кстати, как-то неудобно. Неудобно. Вот, давайте-ка вот так. Ах ты, вредина, задевает. Задевает нашего героя. Ай-яй-яй, друзья. И, ну, как же так? Вот, задевает нашего героя. И я теряю жизнь. Обидно, досадно. Ну, ладно. Что ж, ничего страшного. Итак, есть еще возможность сработать.
Давайте-ка попробуем. Итак, я не сумел забраться на лифт, но наши клоны и без меня справились. Довольно-таки вот шустро зачистили территорию. Там уже довольно-таки неплохой отряд получился. Ну, возможно, это тоже неплохо. Мы сэкономим жизнь. Мы сэкономим жизнь. Где они? Вот, давай-ка, армия. Итак, друзья, я не очень здорово сыграл. Всего одну звездочку мы сумеем заработать с этой армией клонов. Вот, не хочу спускаться. Пусть они добивают там убийцу. Вот, он падает. Ну, а я уничтожаю оставшегося клона вражеского. Отлично. Итак, толпой идем в атаку. Вот, кстати, давайте-ка я попробую забраться и через верх попробуем перепрыгнуть. Вот, не получилось как-то. Ну что ж, не понял. А где мои герои? Они пропали. Ой-ой-ой, друзья. Ой-ой-ой, смотрите, что делается. Есть. Итак, вражеский герой уничтожен, и мы все-таки получаем победу. Супер. Ну что ж, давайте-ка посмотрим, что же в этом кувшине. И здесь улучшение для нашего команда, для убийцы. Улучшение ДНК. Это тоже здорово. Ну и плюс улучшение для марксмена, для стрелка. Ну, как-то так. Что ж, друзья, сегодня на этом я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, понравилась, не понравилась ли игра, стоит ли снимать продолжение. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!